Вітаю в ефірі студія «Репортер». Мене звуть Костянтин Гречаний. Відголоски бунту в одеській колонії виправний заклад можуть розформувати. Наскільки реальний такий варіант подій, який, до речі, от сьогодні вже підтвердило само керівництво колонії, що є такий запит до Міністерства юстиції. Поговоримо сьогодні з представниками громадської ради при пенітенціарній службі України Олегом Чуприною, Геннадієм Живцем та Тетяною Петровою. Вітаю вас, шановні. Добрий день. Ну от, власне, ключове питання, так? Сьогодні стало відомо, що все це вже не на рівні чуток, що дійсно колонію можуть розформувати. Завтра буде комісія, наскільки мені відомо. От який, власне, шлях розформування, так? Куди подінуть ув'язнених та персонал колонії? І, ну от, які ви бачите найближчі перспективи? Геннадію, будь ласка. Ну, так як я... давно тружусь в этой колонии, я капеллан тюремного служения, и я в этом служении с 2007 года. И в колонии бываю 3-4 раза в неделю, я посещаю, и в момент самого бунта, когда произошел вот этот бунт, всплеск, это недовольство, я тоже находился там, в колонии. Я участвовал в переговорах между осужденными и администрацией для того, чтобы был погашен этот бунт мирным путем, чтобы не было жертв. И я все это знаю изнутри. Потому я хочу сказать, что вот вся эта шумиха, которая разводится, куча вот этой информации, которая на сегодняшний день транслируется через СМИ, через интернет, знаете, там только маленькая доля правды. Как бы там чуть-чуть взяли правды, намешали все остальное слухов, и вот это выдается людям. Так создается такой информационный фон. Вот сегодня создали пресс-конференцию, и, конечно, представителей общественного совета там не было. Меня, когда только закончился бунт, и меня когда благодарили, спасибо, что вы нам помогли избежать кровопролития, то сюда мы вас обязательно пригласим на конференцию. Сегодня Билык Наталья Игоревна, я ей звоню, говорю, мне говорят со стороны, что вот конференция. Я говорю, кто это? Это первый заместитель Малахова, начальника Южного управления межрегионального. По правам человека, она по связи с общественностью, мы всегда к ней громадская... Ну, Катя, если вы называете какие-то прозвища, скажите, кто это, чтобы наши телеглядачи понимали, да, про кого идет мова. Да, это значимая фигура, как бы она и связи с общественностью, и с прессой, как бы все вопросы решаются через нее. Вот когда пускали омбудсмена, когда разговор шел через прессу, это все через Наталью Игоревну, фамилия Билык, она первый зам, вот по этим вопросам. Еще она вам сказала? Да, она сказала, что... Вот мы как бы сказали Елене Петровне, это председатель общественного совета, ну, у нее нету как бы возможности. Елена Петровна просто не владеет информацией. И что она будет там находиться, если она, ну, знаете, надо приглашать тех людей, которые владеют информацией, которые могут что-то дать. Ну, зрозуміло, керівництво не зацікавлено, щоб були представники громадської ради. Щодо все-таки, щодо розформування. Да. Не были и представлены во мне, потому что перед этим, вот вчера, когда мы посещали с комиссией, я им высказал свою точку зрения, сказал, что мы с вами сотрудничаем, мы вас уважаем, но мы не будем врать, и мы не будем подтверждать ту информацию, которая является неправдивой. То есть вот много информации, что говорят, вот сейчас невозможно содержать там осужденных, такая, что там нет условий, это первое было выдвинуто. И мы прошлись, я показал, видели, или условия там есть, все это существует. То, что сказали, что нету привратки, что нету отдела между этим. Я знаю, что спросил у сотрудников, обошел вот всех, вот Татьяна Гарьевна, она, сотрудники сказали, нет, мы можем работать, нас все устраивает, пока это сделает. Начальник производства... Вибачте, я вас перебью, вот я с цього приводу, как раз цитата пана Малахова, про якого вы уже сказали, начальника Південного міжрегіонального управління пенітенціарної служби. От чому? Чому вже вони подали відповідну заяву до Міністерства юстиції мовою оригіналу? Повреждена дежурная часть, служебные кабинеты, что исключает работу сотрудников. Участок усиленного контроля, банный комплекс. Уничтожены некоторые фрагменты отделений учреждения. Это говорит о том, что нет оснований обеспечить работу учреждения.
Знаєте, чи дійсно всі ці сегменти пошкоджені настільки, що вони не можуть функціонувати? Смотрите, баня функціонує. Ми коли зайшли, там купалися осуджені, є гаряча вода, там вибиті стекла. Зараз літо, жарко, можна за літо, можна 10 разів ці стекла вибити і поставити. Причому тут баня. Столовая теж функціонує, на бараках теж все. Медсанчасть, медики, нічого, лікарства, все є. Все для содержання осуджених є. Вот эта перегородка, которая между дежурной частью и, ну, между промзоной и жилзоной, вахта, как бы, там ворота, это перекрывается, сидят прапорщики. Я их спросил, есть возможность у вас работать? Они говорят, да, пока отремонтируют, мы могли бы здесь сделать. Мы говорим, вы хотели бы, чтобы колонию закрыли? Они говорят, да нет, что вы, говорят, ну, мы потеряем работу. Кто-то говорит, мне год до пенсии, тот не тот. Я говорю, а чего информация, что вы, ну, что вы боитесь, что вы говорите? Нет, ну, возможность последующего бунта озвучилась. Такой возможности как раз нету, люди этого делать не собираются, не будут. Почему? И так. Хочу, чтобы главный момент, что начальник производства, он написал письменное обращение, что он согласен за счет производства, за свои деньги полностью восстановить вот эту дежурку, вахту, все за 90 дней, то есть за 3 месяца. Он готов восстановить, что не надо выделять с резервного фонда деньги, не надо брать с бюджета, то есть за счет производства, потому что у него контракты, и контракты есть зарубежные, с промзоны. Зрозуміло. Тетяна, от я так розумію, це ваша спільна позиція, те, що інформація подається викривлено, або не вся правда, принаймні. На вашу думку, чому керівництво колонії подає в публічну площину викривлену інформацію? Ну, я хочу почати з того, всі говорять о бунті, да, или о волненнях, а я хочу почати з того, що таке місце лишення свободи. От в даному випадку колонія 51, да, це таке учреждення, в якому происходит, будем говорить, воспитательная работа, да, с людьми, которые вот оступились. Да, в данном случае первый раз там первоходки, правда? Вот. И когда мы говорим о закрытии такого учреждения, правда, то мы должны говорить не о том, нужно оно или не нужно его закрывать, а о том, что будет, если его закроют. Да, и для чего оно вообще существует. Вот смотрите. Это учреждение воспитывает людей, которые там находятся, правильно? Чтобы они вышли и уже больше туда не поступили. Значит, уже сложен какой-то коллектив, уже психологи наладили работу, и эта работа идет, это сложная работа. Оторвать оттуда и бросать их по разным колониям, я 8 лет работаю с осужденными, да, и я знаю, что это такое. Значит, осужден в плане воспитательной работы, основной целью учреждения этих – это пагубно. То есть это для осужденных плохо, будем так говорить. Второй момент. Родители, которые приезжают, близко здесь живут, ну, это уже другой вопрос, ладно. Теперь берем сотрудники. Уже сложился единый коллектив этих сотрудников и этих осужденных, да, это единый комплекс. В результате чего тоже сотрудникам проблема, не просто они потеряют работу, да, а еще эти осужденные потеряют вот этот комплекс воспитательный, который есть, сейчас разбросает их по колониям. Третий момент. Вот возникло волнение, закрывать или не закрывать. А я задаю вопрос, почему возникло это волнение? И я хочу сказать... Ключевое питание. Да, ключевое питание. Значит, волнение возникло с того, что плохо кормят, не позволяет передавать родителям дополнительную еду, которая может компенсировать это плохое питание. До речі, керівництво колонії сьогодні заперечило цей факт, що ніби там з харчування було все добре, на їхню думку. А ми знаємо точно, що це так, тому що буквально за день до цього волнення я була в 14-й колонії, я туди хожу кожну неділю, і мене попросили осуждені, щоб ми прийшли з комісії, перевірили, як питають, і мені показали рибу, яка там була, дуже-дуже неприглядна. І проверили диету, на которой сидят больные осужденные. И тут же возникает как бы вот эти волнения в 51-й, и тоже одна из причин такая, да? Вот. Так вот, это этот вопрос. И скажите мне, пожалуйста, чем уместно, продуктивно заниматься руководством? В данном случае управлению и Минюсту, кстати. Вопрос должен... Дивитесь, яку мету вони перед собой ставлять. Вот именно. Если мы говорим об учреждении, которое способствует реабилитации людей, да, чтобы они, так сказать, вышли на свободу другими, то что для них выгодно, что нужно делать, казалось бы, управе, для чего они вообще существуют? Для того, чтобы узнать причины этих волнений. Раз. Правильно? Эти причины...
убрать и не только здесь, а и в других колониях, пройти с инспекцией по другим колоніям, что в этом направлении там происходит, правильно? Вот. И... Вони ж причину вже озвучили, що там авторитети, який займався коломутив воду, да. От, ніби його група підтримки там якась була. Так, ну, от офіційну причину вони принаймні для преси озвучили. Ну, сейчас, можна я... Ти сейчас, можна я доскажу то, що... Так, 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 будь ласка. Вот, конечно, причину можна назвати эту. І всегда вот у руководства колонії і у управління всегда є таке слово, як вони говорять, як вони називають їх, зачинщики. Что такое зачинщики? На мой взгляд, вот как я женскую колонию очень хорошо знаю, да, вот 14-й тоже уже вот полгода практически, это те люди, которые еще себя уважают, которых не удалось как бы придавить, и которые не согласны с тем произволом, который происходит. Они называются зачинщики. То есть они говорят, нам это не подходит, первые, потому что не каждый может говорить. Остальные их поддерживают, они зачинщики. Понимаете, когда их решили отправлять оттуда, чтобы они эту... Тогда выступили на их защиту, насколько я понимаю, осужденные, и все это случилось. Вот. Так вот, я вижу, что этот бунт надо было рассматривать в первую очередь с точки зрения того, почему произошел и что делается в этом смысле во вторых колониях, убирать причины волнений таких, да, и строить работу так, чтобы колонии продолжали работать. Потому что на сегодняшний день расформирование осужденным не выгодно с точки зрения основной функции, зачем они туда попали, сотрудникам тоже не выгодно с этой же точки зрения. А вопрос возникает, кому это выгодно и почему так быстро они решили. Если они не могут справиться с колонией и боятся того, что снова возникнет волнение, так возникает тогда вопрос, на месте ли все те, кто сегодня является в управлении вот, руководством. Олеже, кому це вигідно? От дуже правильне питання. В ЗМІ там була якась інформація, ну, не підтверджена, я розумію, але вона була в публічному доступі з приводу того, що там ніби щось з приводу землі хочуть, так? Ну, там були певні теорії, на вашу думку. Чи, да, чи вони мають під собою підґрунтя? Я дійду до цього питання, тільки хочу начать от чого. Значить, по поводу всего того, что происходит в этой службе, криминально-исполнительной службе, оно все должно подлежать реформированию. И, как я уже говорил ранее, возглавлять эту службу должны люди, представители общественности. Почему? Потому что, когда силовики делают какие-то неадекватные действия, они есть. Вот возьмите, например, Полоцка, ВК-76, побили этап, который пришел. ЧВК-62, там до сих пор стоит спецназ, тоже был бунт в колонии. Бердянская 77, там были проблемы, и очень серьезные проблемы. Там были очень серьезные проблемы, об этом знает вся Украина, об этом уже говорили неоднократно. Там было очень серьезное нарушение прав человека, вымогательство, пытки, издевательства и так далее. У нас возник бунт, да? Что получается? Что уходящая власть делает какие-то неадекватные поступки. Зачем они это делают? Получается, что осужденные и администрация, кстати, колонии являются заложниками какой-то борьбы у нас внутриполитической или какой-то на уровне государства. Да? То есть, почему? Потому что силовики, я не знаю, возможно, есть такая информация, что эту колонию взяли в разработку, потому что еще за неделю до того уже люди отказались идти на работу и так далее. То есть бунт уже начался неделю назад. Но это все можно было локализовать или ликвидировать. И тех же самых, как они говорят, смотрящих, они могли закрыть в изолятор, ДПК, и все это можно было в течение 2 часов решить эту проблему, и все мирным путем бы закончилось. Но нагнеталась ситуация для какой цели? Чтобы создать какую-то картинку, чтобы средством массовой информации донести, что вот какие криминальные там авторитеты сделали этот переворот и так далее и тому подобное. Какая цель у этого? Ну, телекартинка – это механизм все-таки, какая кинцевая мета? Да, кинцевая мета какая-то есть, причина какая. Либо это была какая-то разработанная силовиками спецоперация по борьбе с криминальными авторитетами, но, опять же, непрофессионально, потому что пострадали сами работники администрации. Угу. И очень серьезно пострадали. Цікаве питання, вибачте, що я вас перебиваю, винятково співробітники колонії, хоча за офіційною, знов таки, інформацією, хоча на відео неозброєним оком видно, що є постраждалі і серед... Але, як кажуть, і в лікарнях, що до них ніхто не звертався, так і керівництво колонії кажуть, що там нікого не було.
Ну, вот, были багато, і пострадали, есть информация, что руководство навещает пострадавших сотрудников администрации. Как оказались там сотрудники 14-й колонии? С какой целью в другой колонии? Это тоже много внутренняя вопросов. Внутренняя ротация. Это вот представители 14-й колонии сказали, что в них какая-то Это все разговоры, да. Пожарная машина чего туда приехала, которая выбивала ворота. То есть постепенно нагнеталась специальная ситуация. Людей, ложная информация, которая вбрасывалась осужденным, что вот, вас лишат там свидания, там, если вы не будете делать ремонт. И очень много информации, Гена больше знает того, что там было ложного, понимаете? Но факт в том, что закрыли промзону, во-первых. Промзона, она имеет очень серьезное налаженное производство. Заказы получают даже с Казахстана. Сейчас вот эти убытки, которые несет государство из-за закрытия промзоны, очень большие. Но людям, наверное, руководящим силовым структурам, которые все это как бы хотят в свое русло перевести, им это все равно, что государство теряет как бы, ну, дивиденды, да, от этого, то, что люди останутся без работы и так далее. Причины какие? Мы давно уже поднимали этот вопрос, еще обращались к Юлии Тимошенко. Год назад хотели расформировать 74-ю колонию. Еще ночью, так? Да. Приезжал Денис Чернышов, встречался с нашими Трухановым и Степановым по поводу того, что тюрьму разломать и построить торговый центр. Вы поймите, мы не против переноса всего этого комплекса за город, но сначала надо построить, а потом ломать. Про что мы и казали, земельное питание. Да, конечно, это первый очередь земельный вопрос. Второе, это какие-то неадекватные действия силовых структур, вот и все. Угу. Геннадий, ваша думка. Хорошо, я как знающий эту проблему изнутри, сразу могу дать ответ на некоторые вопросы. Ну, то, что в процессе того, что за производство пострадает государство, это все, ничего государство не пострадает. Пострадают люди, пострадают их родные. Многим подходит УДО, но люди там работали, зарабатывали поощрение. Теперь переедем в новую колонию, они не смогут уйти, год им надо будет для всего. Есть люди, которые, там есть инвалиды, есть люди, у которых есть много детей, жены не могут приехать, есть старые родители. То есть здесь, находясь здесь близко возле дома, люди могут посещать на свидания, могут приносить передачи, уедут в другую область, они всего этого лишатся. То есть это умышленное решение, хотя законом предусмотрено, что если человек был осужден в Одессе, он должен не сидеть в своей области. Если, конечно, есть колония соответственного режима здесь. Но так как они эту колонию расформируют, люди уедут в Херсон, Николаев, могут даже дальше увезти. То есть это не факт. Многие лишатся социальных связей, возможностей. Лишение социальных связей – это лишение человека вернуться в социум. Потому что даже когда применяется 81 или 82 статья Криминального экономического кодекса, человека выпускают по условно-досрочному, либо на замену режима на більш мягке. Это 82 статья. Зрозуміло, психологічна адаптація, так потім. Должны быть социальные связи. Если этих социальных связей нет, человек лишен возможности. Первое. Теперь, что касается 14-я колония. С привода земли, так и 14-я колония. Там сидят осужденные, которые по 9-10 ходок, которых отсижены по 15, по 20 и по больше лет. Так где надо бороться с криминалитетом и ворами в законе? Или в 51-й колонии, где сидят все первоходы, послушайте, где ни разу за всю историю этой колонии не сидел ни один вор в законе, ни один криминальный авторитет. Послушайте, там смотрящих назначают между собой заключенных, от среди мужиков, то есть людей, которые не имеют никакого отношения там, к уркам, к ворам в законе, то есть к серьезному криминальному миру, с кем бороться. Ну, это первое. Второе, чтобы вы понимали, что когда была расформирована пенитенциарная служба, вы знаете, инициатором которой был наш министр Петренко и поставил своим смотрящим Дениса Чернышова, я так и называю смотрящим, и не боюсь, потому что этот человек был, ну, его функция была, это функция на то, чтобы он наладил пенитенциарную систему. Они дали большие обязательства, что они поднимут зарплату, что они сделают нормальное обслуживание, что мы идем в Европу, что заключенные должны получать хорошее медицинское обеспечение.
обеспечения, потому что в зонах его как бы нету. И что мы сделаем хорошее питание, мы не дадим разворовывать все, мы наладим там вот эти системы прозора, то все. Ну вы помните, это же все, во всех вели. Что каждый заключенный будет иметь положенный метраж, что не будут держать людей в тюрьмах, в тюрьме, что где стол и туалет рядом. Знаете, что человек сидит там 3-4 года в туалете. Но больше людские умовы, знаете, зрозуміло, так. То есть людские условия они создадут. Знаете, ничего этого они не создали, со своими реформами они сделали только хуже. Они вывели медицину вообще из подчинения учреждения. То есть они раньше были медики аттестованные, то есть офицеры в погонах, их шло выслуга лет, они уже ходили раньше на пенсию, они как бы были заинтересованы. Сегодня этого все они лишены, никто не хочет из медиков идти в колонию работать. Ну, зрозуміло. Так, Геннадій, тільки про прохання, у нас не так багато часу, трохи лаконічніше. Хорошо. Смотрите, приводу земельного питання. Смотрите, я вам скажу точно ясно. Они дали обещание, они его не выполнили, и уже было договорено, что зоны вынесут все три за город. Сначала хотели в Коминтерновской, потом договорились. Это был у нас такой Георгиенко, Георгий Геннадьевич, на генерал пенитенциарной службы. Вместе, когда был Саакашвили, Саакашвили Михаил, он был областной, они договаривались за землю. Был проект сделан, земля, на которой находятся три колонии и тюрьма, имеет 24 гектара в центре города. Ее оценили в начальную стоимость 38 миллионов евро, чтобы вы понимали. Это стартовая цена на аукционе, которую хотели продавать эту землю. И пообещали, что до 2020 года они там отстроят, вывезут всех туда, да, а в Теплодар. Это там область. Эти отдадут под застройку, эту землю. То есть я не знаю их внутренних договоров. Может, они уже и договорились и взяли землю. Ну, что получилось? Уже скоро 20-й год, там ничего не построено, а эту землю уже как бы пора отдавать. Знаете, этой власти осталось немного, пару месяцев. Я понимаю, что вот сейчас пройдут выборы, и их уже не будет, этого кабинета министров. Но послушайте, вот сейчас, если какой у них способ эту землю отдать? Вывести колонии, потому что колонии. Расформировать. И послушайте, вот этот конфликт, он уже назревал вот там в колонии при мне уже 2 года. Уже несколько раз пытались раскачать. Вот когда неделю назад осужденные не вышли на промзону и получилось, что такое вроде как, ну это тоже бунт, отказ от работы. Послушайте, вся колония не выходит на работу, то есть они выдвигают ультиматум начальства. Этот ультиматум можно было решить за 2 часа. Какой ультиматум они выдвинули? Какой ультиматум они выдвинули перед выходом? Они придумали, что плохое питание, передачи. То есть, я хочу вам сказать, смотрите, плохое питание везде. В те колонии, которые их увезут, там питание не лучше. Это точно. Поймите. Если мы возьмем 74-ю, 14-ю тюрьму, то 51-ю кормят не хуже всех. А даже лучше, чем 14-я, это и тюрьма. То есть, ну, зрозуміло, с приводу харчування є різні думки. Щодо 14-ї колонії. Смотрите, с передачами тоже. Петяно, з приводу 14-ї колонії, яка, як ми почули, ну, набагато з більш жорстким режимом, там утримуються трохи інші ув'язнені. Чому от опинилися люди в 51-й колонії, співробітники? Навіщо? Я не могу сказать об этом. Я вот не могу. Ну вот на вашу думку, так просто. Их привезли вместе с машиной, которая машина имеет ковш для тарана, и поставили эту машину прямо в конверте. До выступления еще. До того, как начали. Они заранее загнали, заранее завели в спецназ. Они знали, этот бунт был спровоцирован. Они знали, что если выведут они людей, конечно, готовилось. Дуже важливе питання. От якщо все-таки буде прийнято рішення щодо закриття цієї колонії. Яка процедура? Тобто, наскільки я розумію, комісія, потім процедура консервації. От як буде працювати комісія? Що таке консервація? Треба пояснити нашим глядачам. Олеже, будь ласка. Я насчет этого не скажу, потому что этим занимаются работники Мінюста. Я хочу о другом сказать, что, смотрите, почему я говорю все время о том, что возглавить службу должны представители общественности. Значит, если зайти в колонию, посмотреть, как сделаны локалки, это напоминает вольер для зверей. Да, просто да. Каменные стены, окна и решетки. Ужас. Просто как будто бы в зверинец заходишь, понимаете?
Раньше как-то ставили сетки рапицы, и понятно, что надо локализовать иногда, там, отряд от отряда, это все понятно. Но там и в других колониях, ну вот, допустим, 14-я, 51-я, заходишь, как будто бы в зверинец, а они в какой-то клетке сидят. Во-первых, вот эти методы Макаренко, перевоспитания, они уже давно себя изжили. Нужен комплексный подход. Наши, допустим, церкви ходят, проповедуем Евангелие, есть люди, которые справляются, приходят к Богу, живут потом нормальной жизнью, создаются семьи, работает, Слово Божие действует, да, и аминь. Но есть люди, которым нужен какой-то другой психологический подход. Есть общественные организации, которые этим занимаются, но не всегда так просто получается, доступа такого нету к ним. Для этого надо, чтобы эту службу возглавляли обязательно представители общественности, чтобы не силовики руководили тюремной системой, потому что, в принципе, во многом они даже препятствуют. Вот с приводу, так. Я не соглашусь с Олегом, потому что везде должны быть профессионалы. Угу. Другое дело, профессионалы ли сегодняшние силовики. И вот я вижу вот в том решении, которое сегодня было объявлено на пресс-конференции, слабость как профессионалов, работников управления. Какие подальше дії громадської ради? Что вы будете работать? Мы хотим услышать окончательное решение. Да. Вот завтра будет комиссия, которая должна, как ни странно, она будет после объявления уже почему-то, да? Но мы хотим услышать, а потом, в зависимости от решения комиссии, мы будем уже думать о том, как обращаться, как это делать. Кстати, мы готовим письмо. Вчера мы обошли 51-ю колонию, увидели, что все жизненно необходимые помещения для того, чтобы функционировала колония, остались этой и санчасти, и локалки, и столовая, да? Да, дежурная часть сожжена, но ее не так сложно отремонтировать, потому что она важная все-таки, дежурная часть. Сожжены кабинеты психологов, психологической разгрузки. Это тоже важно, но это не столь важно, чтобы работу можно проводить где угодно. Да, даже помещение библиотеки осталось, хотя книжки сожжены. Молитвенный дом, церковь, да. То есть как бы там не так много нужно отремонтировать, чтобы... То есть я хочу сказать, что вот этот повод, который выдвинули сегодня на пресс-конференции на управление Южного Пивденного управления, оно не имеет под собой оснований. Ни в коем случае. По поводу консервации хочу сказать два слова. Сказали, что мы хотим развести, зону законсервируем, отремонтируем и потом ее запустим. Говорю вам сразу, чтобы вот вы увидите ее концовку. Если им удастся вот этот их план Барбаросса, то зону законсервируют, пройдет немного времени, все это уляжется, и там начнется строительство, не знаю что там, комплексов торговых, многоэтажек, кому отдадут, там, Наднану Кивану, кому, не знаю, там, Будови, там, нашей одесской фирмы. Но начнутся там застройки, никто не будет там ремонтировать зону. Если бы ее хотели отремонтировать, они бы сегодня уже согласились на условия директора производства и уже бы ее начали и делали бы. Уже бы восстанавливали, никого не вывозя. А кабинеты для сотрудников, послушайте, у них у всех есть кабинеты за зоной, а для работы в зоне они могут зайти и работать со службой так. Зачем им какие-то там определенные кабинеты? Тем более есть помещение, они же говорили, для работы. Зрозуміло, умови є. Шановні, я вам дякую за цікаву розмову, дякую, що до нас прийшли. Олег Чуприна, Геннадій Живець, Тетяна Петрова. Ще раз дякую. Дякую. Я нагадаю, що сьогодні ми розмовляли з приводу можливого розформування 51-ї одеської колонії, де декілька днів тому був бунт. Мене звуть Костянтин Гречани, залишайтеся з репортером, з нами цікаво.